Привет! Сейчас ты можешь сделать все, о чем мечтал. Стать серфером-фрилансером, понять, идет ли тебе амбре, выбрать эскиз для тату, создать свою рок-группу. Главное – успеть это сделать, пока смотришь шоу «Well Done». Всем привет! Меня зовут Вильдан Милушев, это программа «Well Done» будет сделана. Я пока не в настроении, надеюсь, команды на бодром и покажут настоящую игру. Итак, мы начинаем! У нас сегодня слеснулись две команды. Справа от меня команда представляет стиль рок. Итак, это Геворкян. Привет, меня зовут Кирилл Геворкян. Я сын, муж, отец и барабанщик группы «Гречневый пистолет». Ой. Геворкян. Дима. Всем привет, меня зовут Дмитрий, и у меня все просто. Я слушаю тяжелую музыку, и сегодня вам будет тяжело, будет тяжелая битва. И Аркаша. Всем привет, меня зовут Аркаша, я играю рок в группе «Гречневый пистолет» и готов схлестнуться в неистовой схватке со своими оппонентами, подраздать им немножко в крокодиле и во всяческих загадках и разгадках. Против них сегодня сражаются ребята, которые представляют стиль хип-хоп. Это Magic. Меня зовут Джека. Сценическое имя Black Jesus. Представляю Крым хип-хап. Сегодня мы сделаем немного с роком ой-ой-ой. Похлопаем, ребята. Это Improv. Йоу, меня зовут Бекиров Эмелик и DJ Improv. Представляю творческое объединение Куль Просвет. Сегодня будем качать вместе с вами. Камон. И Виктор. Всем привет! Меня зовут Виктор Холстов. Я профессиональный тренер по брейкдансу. Мы этих рокеров сидим на завтра. Виктор Холстов. Он сегодня решил не называть свое имя. А напротив меня стоит диджей. Это Денис Ипаров. Денис, тебе спасибо. Ты тоже спасибо с нами. Камон. Для того, чтобы начать нашу конфронтацию, все-таки нужно выбрать название команд. Мне нужно по одному человеку от вас и от каждой команды. Кто? Ну, я и Геворкянчик. Magic и Геворкян. Окей, давай, подходим ко мне. Ребята, подошли. Лицом к лицу, face to face. Есть. Итак, Нацу и Фа. Выбираем, кто победит. Тот и будет называть команду свою и называть команду противника. Нацу и Фа. Геворкян победил. Есть. Итак, давай. Название команды своей. Наша команда будет называться... Да. Гречневый пистолет, пожалуй, да. Неожиданно. А ребят как будем называть? А ребят мы назовем «Твоя мамка». Как скажешь. Так, ребят, готовы, окей. Первый конкурс называется «Поисковик». Все вы знаете, пользуетесь поисковой системой, вбиваете там, ищете какой-то бред. Сегодня мы вбили в поисковике кое-что очень важное. И вам нужно предугадать, что же выдала поисковая система, какие самые популярные запросы по этому словосочетанию. Первое задание для рока. Итак, я ввел в поисковик самый популярный словосочетание «рок жив». И дальше что предлагается? Виктор Цой. Рок жив, Виктор Цой. Неверный ответ. Абсолютно, абсолютно нет. Ваши переходят право, вы можете ответить, получить за них баллы. От команды какой ответ? Как думаете, рок жив? Курт Кобейн. Нет, тоже нет, пока что нет. А что на самом деле? Не, ну давай, еще предположение. Рок жив, рок жив. Рок жив. Рок жив в наших сердцах. Нет, такого тоже. Давай от вас. Нет, он жив. Ну, в ваших сердцах. От вас что? Рок жив. Рэп мертв. А? Рок жив, металл не заржавеет. Рок жив, видео бесплатно. Я пересяду на тот диван, походу. И рок жив по-английски. Я не знаю, как это. Наверное, по-английски рок жив тоже как-то звучит. Окей, хорошо. Для вас я ввел в поисковик слово «рэпер». Итак, что может быть по этому запросу выдавать поисковая система? Рэпер, от команды ответ. Джиган. Какой баста! Джиган, баста есть! Плюс 5 баллов этой команде! Это же раз, брат! Вы можете заработать балл. Ну давай, ответь. Рэпер. Мертв. Нет такого! Лучше Джиган. Но за юмор плюс 5 баллов тоже пускай будет. Отлично! Так, у вас, ребят, давайте еще баллы. Есть? Да, рэпер. Кто еще? Гуф есть! Плюс 5 баллов! Да, отлично, есть. Все так просто, оказывается. Итак, Денис, скажи мне, пожалуйста, по итогам этого конкурса, конкурс «Поисковик» закончился.
баллы у команд какие? 10-5. 10 баллов у рэперов, 5 у рокеров. Аплодисменты! У нашей мамы! Дружище, а тебе нужен яркий праздник? Идея, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Обращайся. Отлично. Ребят, следующий конкурс называется «На языке верчу». Я взял текст популярных песен, перевел их на нам братский знакомый практически язык белорусский. И нужно будет вам, прочитав этот текст, угадать, что это за песня. Правило есть еще одно. Засчитывается балл только в том случае, если вы поднимаете руку и называете название своей команды. Окей, давай, кто из вашей команды один? Ну, давай, Мэджик, наверное, пойду, погнали. Я, да, туда. Итак, первая песня. Отгадываем все, пытаемся понять, что же это за песня. И так, поехали. Так. Сердце закричать без техничных причин. Занадто п'яні. Я ую ночи. Твоя мамка. Есть. Это на белорусском. Без технических причин. Или Саба, как-то ее так зовут, да? Ну, угадал уже. Давай дальше читай, пока еще не понятно. Плюс один за попытку дальше. Нам не подобрать ключи. Да, я знаю, что это за... И никто не виноват. Одно для одного мы гучми. Гучим. А... Что это за группа? Давай, давай. Любовь называется трек. Нет, минус один балл получил. Да, нет, любовь называется. Нет, он называется, блин, я сейчас скажу, да? Ладно, давай подсказку. Гипнозы называется. Дай мне собраться с думкой. Я не могу. Ритмы по десяти. Я не все могу. Ладно, все, окей, аплодисменты Мэджику. Это песня «Майнбэк Сюзанна». Песня специально для вас. Следующая будет, ребятки. Поэтому я надеюсь, от вас кто-то знает. Кто знающий? Погнали. Там опасный язык, брат. Сейчас, минуточку. Давай. А что ты? Читай сразу. Что за чушь? Вот так и надо, бро. Давай, давай. Аяна. Утекла от недоречені мутисні, ні краплі сарамніваться, і з приходом тямри запал, запал нам їй має улада. Запал, запал над неї має уклада. І типа усе гучней, гук, пісня, лікар. Что за чушь? Дальше. Давай. Колер нас трулит. Стой, да, все, поймай-ка, поймай-ка. Есть, есть, стой, стой, первые были. Филя Киркора, цвет настроения сыний. 5 баллов, Рок! Погнали. Давай, давай. Яна Бар'яцька, Яна направильна, і ад беса ніколи не будь не на... Это по-белорусски. Да, говори. Это этот Гуф Яна с... Нет, 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 он просто... Нет, Яна. Я бы сказал бы Яна, не Яна, а Яна. Яна Печарна, и я забью я ее... Я когда-нибудь. Ее. Я ее коли-нибудь знапуэльна бад... Это я все читаю. Да-да-да, давай-давай. Не от себя это. Под Новый год и у вас крашу я ей. За мой слов про мою Любу я кричу от боли. Давай дальше. Говори дальше. Ну вот это, может, твоя мамка. Говори, да. О, вот это, Валерий Меладзе. Да, плюс 5 баллов. Еще ведишечку, давай сюда. А, кто-то из вас? Для вас. Вот сейчас честно для вас. По-любому отгадаешь. Итак, слушаем, погнали. Коли туман растал и проня месяц, за смены не вернулся молодая. Давай. Это группа... Нет, сейчас... нет. Я нет. Группа «Мумий тролль». Песня называется... Да все, группа «Утки». Это группа «Мумий тролль» по-любому. Короче, это Владивосток. Конечно, плюс 5 баллов, да, Денис, скажи, пожалуйста, счет на данный момент какой? Хип-хап 20, рок 20, 10. А здесь 10? 10-10, да. 10, неплохо, неплохо. Окей. Ребят, неплохо, но здесь лучше пока что. Пока. Следующий называется конкурс «Что за покемон?».
Все очень просто. Нужно будет по одному человеку от команды. Он выходит, становится здесь, за его спиной находится стикер. И он должен спросить у команды наводящими вопросами, на которые команда отвечает «да» или «нет», догадаться, кто он такой. На это дается всего лишь одна минута. Итак, давай от вашей команды кого? Димон. Есть, Димон. Становись. Положинский. Итак, становишься здесь. Стикер уже появился у нас. Итак, мы... А кто это? Музыка, поехали. Минута есть. Певец? Нет. Я езжу на машине? Нет. Я танцую? Может, нет. Я политик? Тоже нет. Еще там вот есть вот кто-то. Ну, они ж могут подсказки какие-то сейчас давать, думаю, нет? Нет. А что ж я делаю? Так никогда в жизни нет. Ты сильный человек, давай скажу. Ты... Да, да, сильный. Да, спортсмен, вот спортсмен. Давай. О. Да, ты спортсмен. Вот. Можно ему подсказать? Нет, нельзя. Ну давай, задавай еще что-нибудь. Но он вряд ли в курит. Время еще идет. Ну давай, какой спорт? Рэпер из-за тебя уже. Я на чем-то езжу. Нет, нет, не езжу. Я что-то на дерево подключаюсь. Нет. 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 Я уже за спортсмен. Да нет. Что там, когда минута закончится? Вот не мог. Нет, японский сумо. Стой. Не, подожди. Все. Ладно, у тебя не было. Это футболист. У тебя не было шансов. Не было шансов. Дзюба футболист? Да. Получается, да. Ну, Дзюба, ну, камон. От вас кто? Кто будет угадывать? Вот, их хоть раз выйдет. Давай. Давай, окей, Витя. Мы уже были звездами. Остановись. Итак, стикер мы ждем. Активнее просто. Стикер есть, и тогда музыка, поехали. Минута. Я спортсмен? No. Я цапля? No. Это человек какой-то по-любому. Ну, а, да, человек. Да-да-да, человек, да. Давай. Актер? No, рядом, no. Философ? Нет. В какой-то степени? Нет, мы рядом, рядом, близко. Так. Актер, что-то между танцорами и актерами. Чувак, ты отличный стрелок, я могу тебе сказать. Ну, давай, ты говори, главное, говори. Продюсер. Ну, рядом, вот, вообще рядом, вот так. Ведущий. Ну, почти. Почти между продюсером и ведущим. Между продюсером. Тот, кто после ведущего. Там кто-то бывает, да. Тот, кто после ведущего выходит. Продюсер, ведущий. Ну. Стюарт какой-то там. Нет, далеко уходишь. Давай. А кто почти, там еще? Почти. Актер, ведущий. Все получается. Почти. Ты всех назвал. Почти. Давай. Окей, стой, подожди, не разворачивайся. Давай попытаемся. Кто у тебя еще есть? Вот последняя попытка. Назви любую фамилию, может быть, угадаешь. Близко, не близко, хотя бы будет. Мы ее называли сегодня. Фамилия судья. Мы ее сегодня называли. Какая фамилия? Мы называли сегодня этого человека. Давай, да, ладно, давай. Мы называли этого фамилию. 3, 2, 1, назови личность любой быстро. Артем Дзюба. Дэнсел. Изил. Отлично, это нет, посмотри, кто ты. Курт Кобейн, как ты музыку пропустил? Окей, актеры, ладно, аплодисменты, неплохо. Кто это такой? Певцы! Кто это такой? Группа Нирвана. Вы неплохо сейчас подсказывали, кто-то еще нужен, давай-ка, попробуем то же самое. Тихо, ребят, смотрим. Итак, стикер уже есть. Ё-моё. Итак, минута пошла. Я певец? Нет, но рядом. Ты певец, я ведущий. Я актер. Ну, это тоже. Да. Где-то там. Актер, ведущий, певец. Да. Русский или не русский? Русский. Российский, украинский? Российский. Российский. Не крымский? Нет. Потому... Ну да. Не крымский, он не знает, крымский. Актер, певец, танцор. Я не политик? Нет. Да какой ты политик, Геворкян? Нет, вообще не сусанин. Лысый? Нет. Подлатый? Ну, можно тогда. Я толстый. Ты да. Я вообще не толстый, братан. Ты толстый. Давай. Твоя мамка толстая. Дальше. Я лысый? Нет. Да нет, не спрашивал. Нет. Я не певец. Кто я? Ты все! Подожди, стой, давай подумаем, кто он такой. Потлатый, не лысый, не толстый. Что-то типа актер и не усатый. Давай. Не актер и не певец, не ведущий, не танцор. Кто же я такой? Ну давай, любую фамилию. И не толстый, не худой. Кто же я такой? Раз, два, три, ты.
Морж! Нет! Посмотри, кто ты! Рената Литвинова! Я бы никогда в жизни не отгадал! Очень похож! Окей! Поедешь сейчас! Подожди! От вашей команды давай-ка еще раз все то же самое. Итак, стикер уже у нас есть, и минута началась. Поехали. Да. Я занимаюсь творчеством? Да, да, да. Little Big? Нет, не смей показывать. Женщина занимается... О, да! Десять баллов этой команде! Ей. Итак, Денис, скажи по итогу у нас какой счет? Рокеры 10, да? Хип-хап 30. Тридцаточка! Ребятки, у нас следующий конкурс называется «Это чье?». В общем, нужно будет вам узнать личность по голосу. Но слов не будет слышно, будут только междометия. То есть вот эти завтыки типа причмокивания и все остальное. Итак, давай-ка первую личность нам запускай. Давай еще раз. Да, давай, давай, кто это? Это чеченский политик наверняка какой-то. Возможно, его зовут... Рамзан Кадыров? Да, наверное. Да, это Рамзан Кадыров, аплодисменты, 10 баллов есть! Да! Да, 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 да. Итак, давай-ка есть еще один человек, которого вы должны угадать. Это девушка, я скажу, и я думаю, что вы ее знаете. Итак, Денис, запускай. Денис, они не могут догадаться. Давай подсказочку включай и попробуем. Нет, давай сейчас. Нет, там будет небольшая подсказка. Дам уже меньше баллов, но все равно баллы дам, если угадаете. Поехали. Где сегодня YouTube не может существовать. Критичный пистолет. Давай, кто? Отлично, 5 баллов этой команде. Итак, Денис, по итогам у нас какой счет сейчас? Рокеры 23. Отлично. Хип-хап 30. Итак, ребят, следующий конкурс называется «Дай списать». Каждый из нас помнит школьные годы, где нужно было одновременно слушать кого-то, еще и списывать, переписывать, и еще кому-то записочку писать. Примерно то же самое будет происходить и сейчас. Я буду давать вам задание, нужно одного человека из команды мне выделить. Давай, от вашей команды кто? Камон, я. Камон, ты, давай, смотри. Итак, даю тебе маркер, у тебя будет ровно минута, чтобы нарисовать то, что я тебе скажу. Но при этом осложняется это все тем, что я буду задавать вопросы, очень простые вопросы из школьной программы, надеюсь, ты сможешь на них ответить. Ты должен будешь нарисовать мотобайк. Итак, поехали. Сколько планет в Солнечной системе? 9. Верно. Какой по счету от Солнца является Земля? Трешечка. Отлично. Какая самая близкая звезда к Земле? Солнце. Отлично. Сколько на Земле материков начинается на букву А? Перечисли. Австралия, да. Африка. Да. Yes. И что еще? Азия. Нет. Там, что там еще? Америка? Да, да. Да? Что ты рисуешь? Подожди, что-то я рисую. Ладно, давай дальше. Сколько камер имеет человеческое сердце? Три. Нет, неверно, 4. Кто придумал телефон? Я. Нет. Где находится Тибет? В Тибете? Неверно. Китай, столица Аргентины. Аргентина. Нет, Буэнос-Айрес. Окей, хорошо. Это реально, по-твоему, рокерский байк? Да это даже лучше. Окей. Если такие рокеры, то, конечно, байк такой. Окей, спасибо. Давай, садись. Есть, отлично. Ребятки, теперь ваша очередь. Поехали. Итак. Что ты там рисуешься, брат? Итак, Аркан, за одну минуту тебе нужно будет нарисовать... стереотипного рэпера нулевых. Итак, поехали. Сколько суток составляет високосный год? 24. Неверно. В каком году началась Первая мировая? 1927. 14. Каким символом обозначает площадь? Буква H? Нет, S. Сколько звезд на флаге США? 52. 50, неверно. 50. Кто такой Никола Тесла? Чувак, который молниями повелевал. Нет, неверно. Дальше.
Сколько материков на планете Земля? 4. Неверно, 6. Кого рисую? Как называется прямая, вокруг которой происходит суточное вращение Земли? Ось. Верно. Какое государство находится одновременно в двух частях мира? Еще раз вопрос. Две части мира, в двух частях мира. Какое государство находится? Не знаю. Россия! О, господи! Самая сильная мышца языка... ладно, все, неважно. Я уже не успел задать и не успел ответить. Ну, мы их раскатали. Да, да, да. О, я тебя респектую, брат. Давай. Итак, садись, Аркан. Спасибо. И все, на этом заканчиваем. Аплодисменты вам, вы молодцы. Итак, Денис, расскажи мне, какой счет у нас сейчас? Рокеры, 7. Хип-хап 30. Ребята, за каждый неверный пропущенный ответ было минус 3. Вы довольно неплохо это сделали. Но смотри, я хочу добавить. Вот за этот рисунок я дам, ну честно, ну круто же нарисовал. Ну 5. 15 дам. Да ты шо? 15 добавляю, ну а здесь, ну троечку дам. Ну он трехколесный велосипед. Ладно, ладно. Троечку добавляю. Ребят, следующий конкурс называется «Слышь ты». Слышь ты! Вам нужно будет реально услышать песню, но усложняется тем, что музыкальная составляющая ее из одного трека, а вокал из другого. Нужно угадать одновременно и одного исполнителя, и другого, или если хотя бы есть один, я уже добавляю баллы. Правило все то же, поднимаете руку и говорите название своей команды. Денис готов, Денис, поехали первую. Да, 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 говори. 50 Cent, In the Club и Linkin Park. Нам. Плюс 10! Плюс 10! Еее! Да! Это прям сразу сходу круто! Итак, второй трек. Денис, готов? Поехали! Твоя мамка, твоя мамка! Давай, давай, давай! Иван Дорн? Да. Мы не успели второй послушать даже. Окей, ну ладно, не фальцат, но плюс 3 балла я даю за этот. Один ответ. Пятишку хотя бы пополам. Ну ладно, давай пятишку, давай. А баллов дам 3. А балла дам 3. Давай, поехали. Ну, девушка. Вечный пистолет. Давай. Девушка, это, наверное, Кайли Минол? Почти, но нет. Твоя мамка. Кэти Перри? Нет. Давай, запускай. Ну, гитарка из Дорна, да? Давай. А ты снимаешь баллы за неправильный ответ? Нет, не снимал. Это, возможно, Бейонс? Нет, не Бейонс, ты чё? Дисреспект. Итак, слушаем. Твоя мамка, да, Сия. Нет, не Сия, нет. Кэти Перри. Нет. А вы не сказали грешный пистолет. Минус 2 балла ты забыл сказать грешный пистолет. Тебе за то, что ты нажаловался, минус 2 балла. Чувак, откуда это? Грешный пистолет. Давай. Это может быть Адель? Нет. Нет. Да почему нет? Да. Похоже. Давай, это, говори, ну. Леди Гага? Нет. Да какая Леди? Давай, ну говори, ну. Леди Гага. Нет, это... Я сейчас подскажу вам клип. Давай. Да клип, она вроде катается, но вот это да, ну... катается, я не могу вспомнить, она катается только что, на который чё? Дом сносят, понял, такая в облегающей штуке катается. Не Кэти Перри. Это была не Кэти Перри? Нет. Такая бешеная, с короткой стрижечкой, шальная женщина, катается. Покажи, какая стрижка была. Давай. Это же не Пинк, нет? Нет. Не... Ладно, окей, все, не тушьте себя, это Майли Сайрус. Майли Сайрус, да. Breaking Ball. Нет, я был близок, верни 2 балла. Окей, ладно, аплодисмент вам, вы неплохо, нравится, у вас были. Так, Денис, давай-ка еще одну. Ну, с первым-то вы быстро справились. Сейчас мы запустим. Откуда нам это знать, чувак? Мы же, ну, не слушаем такое музло. Эти мания, оно везде по радио слушаем, играет. Конечно, целыми днями радио там. Да какое это везде играет? Маршрутки, мы слушаем кассеты. Листаем газеты. Слышь, они жалуются. Еще минус 2 балла. Нет. Не ябеничай, минус 2 балла еще. Это жизнь, брат. Итак, Денис готов? Это потому, что он черный. Да. Денис, ты готов? Вас вытягивает. Вы купили кого-то. Да. Слушай, Денис, поехали. Да. На фоне там голос, сейчас он будет громко. Слушай.
Гречневый пистолет. Давай. Музыка, походу, дидюли. Не важно, ладно. Нет. Бокал чей? Твою мать. Поет этот чемпион, чемпион, как его? Чемпион. Квин. Квин. Да, ну угадал вокал, это был Квин. Это был Квин, плюс 5 баллов, отлично. Квин сделал. Да, Фредди Меркьюри. Да, да, да. Давай, давай-ка еще раз запусти, они не угадали до сих пор мелодию. Давай попробуем. Ну да. Энрике Иглесиас. Нет, ладно, это была Виагра, но за Энрике Иглесиас отдельно тебе плюс 3 балла, я не знаю. Это поклонник Энрике. Не, ну да, вот это, там же рэггетон, там рэггетон. Он спалился, теперь вы знаете, чем его упрекать. Я запал и готов палиться круглосуточно. Я просек в самом начале. У нас есть еще, да, один трек, Денис? Итак, давай слушаем, слушаем. Итак, Денис, поехали. Каждый день праздник, каждый день. Олег, давай, пистолет, музыка, группа Мумитроль. Да. А что же еще? Твоя мама не было. Давай. Мод. Да, мод. Плюс 5, плюс 5. Отлично. Да, есть, есть, есть. На хип-хап. Денис, скажи, пожалуйста, какой у нас счет после, по итогам этих конкурсов? Продолжает увеличиваться разрыв у команды Хип-Хап 56. Команда Рока 25. Неплохо, неплохо. Ребята, вы стараетесь. Дружище, а тебе нужен яркий праздник? Идея, свет, звук, сцена, агентство, большая перемена. Обращайся. Следующий конкурс называется «Крокошто». Типичный стандартный крокодил. За отгаданное слово даю 5 баллов. За пропущенное слово пас минус 3 балла. Итак, примет участие каждый из вас. Давайте начнем, наверное, с Рока. Кто из вас будет первым? Геворкян, давай. Итак, все, остановись здесь. Нет, смотрите, в это время только вы молчите, а только ребятки отгадывают. То есть ты работаешь на свою команду. Надеюсь, у вас все получится. Сила. Итак, Денис готов? Геворкян готов? Летит. Поехали. Настоящему хип-хоп. Ты обезьяна. У тебя большая. Они достаточно, они сказали? Нет, нет. Да, дальше давай. Ты училка причесанный. Училка причесанный. Что ты тут причесываешь? Ты какой-то порядочный чувак. Ты такой. Ботан, да? Ты ботан? Ты забыл? Я уже знаю. Да кто ты, черт возьми? Ты маленький мальчик. Можно пасануть. Нет. Показывай по-другому. Следующее слово. Давай дальше. Давай, следующее слово. Так, это плюс 5, минус 3, того 2. Давай. Ты зашуганный, зашухаренный, ты на измене. Дальше давай. Отлично. Это рядом. Вы тоже палитесь. Испуганный? Итак, все, не показываешь, давай, подумай, что там рядом с изменой. И страх, испуг, что-то... Нет. А у вас есть вариант какой-нибудь? Да. Ну, это что? Беглец. Беглец, убегающий. Нет, это был трус, но ладно. Хорошо, Геворкян, молодец, аплодисменты. Погнали, Димон, да? Правила все те же, я тебе показываю слово, ты на него отвечаешь. Денис готов? Димон, come on. Дима готов и поехали. Ты на бычке, ты бык. Ты крутой на бычке, кто ты? Ты в толпе, ты один в поле воин. Ты на всех бычишь, ты на всех жестко бычишь, чувак. Что это ты показываешь, что это, море? Тихо. Ты орешь в толпу, ты что-то вещаешь. Ты какой-то оратор. Следующий, наверное. Это гам был. Гам. А? Что? Гам. Что мы гам? Крест. Ты православный. Отлично, крест. Дальше. Ты православный. Телефон, мобильный телефон. Котлета. Отлично. Котлета. Дальше. Я понял. Я не знаю. Давай. Ты замерз, ты несчастный, ты зябнешь. Ты торчок. Ты на отходниках.
Явно? Нет, нет, это не про крокодил. Ой, ладно, я не знаю, вряд ли бы... Есть какие-то догадки? Кто это был? Это было слово «февраль». Не, ну это отлично, аплодисменты ими, все супер, да. Спасибо. Показалось, что это неплохо. Аркан, погнали. Особенно первое. Котлета была. Итак, мужик, все то же самое. Все то же самое. Итак, Аркан готов, Денис готов и... Поехали. Крест православный. Нет. Нет? Атеист. Отлично, атеист. Давай. Дурачок. Дурач, веселый, дурачок. Глупый. Тупой. А действие что он делает? Тупи. Это на минус. Ладно, да, до свидания. Пас, это глупость была. Ну а там мы сказали глупый, блин. Какой сложный крокодил. Аккорд. И? Нота. Отлично. Ножнички. Ты парикмахер. Барбер, парикмахер, стрижка. Экскаватор какой-то, газонокосилка. Краб. Клешня. Отлично. Нет. Пас, это кишмиш был. О, черт. Все. Любовь сердца. Все, подожди, душа, стой. Давай. Душа. Итак, вариант какой? Ну, это все не то было. Да, ну, у вас чего мог показать в последнем? Нет, ну, любовь. Нет, это было слово чувство, но почти, чувство. Почти. Аплодисменты Аркану, Рок, молодцы. И... Погнали, ребят. Мэджик первый. Сразу так. Итак. И мы поехали. Столкновение, авария. ДТП. Пересечение. Пересеклись. Перекресток. Светофор. Пересечение. Пешеходный переход. Встреча. Пересекон. Дальше. Приближение было. Не угадал. Дальше. Клапан. Стол. Поверхность? А, ось X, ось, по-моему, Вильдан. График. Снизу, сверху вниз. Солдат. Ро. Горизонталь это было. Это жесть. Что ты мне за слово? Горизонталь. Ну я показываю. Горизонталь. Погнали. Ну это было сложно. Да. Ты видел вот эти слова? Я думаю, они бы отгадали. Итак, ребята, Денис готов? Нотки, шмотки там. Мэджик, теперь угадай, тебе нужно будет тоже. Погнали. И поехали. Дальше. Поручень. Поручень можно было показать. Перелом. Гипс. Отлично. Гипс. Танцует, смотри, неплохо. Неплохо, да. Под ритм. Барабаны. Танец. Очень похоже. Монах. Я тоже подумал, что барабаны. Танцует. Предложения, свадьбы какие-то. Нет, давай дальше. Лепесток. Было как... похоже. Да. Понты, деньги, свэк. Понторез, короче. Крутой тип. Майли Сайрус. Музыкант, крутой музыкант. Майли Сайрус. Ты шо? Деньги. Давай дальше. Это Иван. Варианты есть, нет? Ну? Юморист. Он ходит вот так вот, швыряет деньгами. Подожди, стой. Если сейчас он не скажет, тогда я тебе спрошу. Швыряет деньгами, крутой. Богач. Такой. Мажор. Богач, мажор там. Это вот мажор, да? Мажор, наконец-таки, потому что Геворкян сказал, ты услышал. Плюс 3 балла, плюс 1. Ладно, хорошо, окей, хорошо. Погнали, есть аплодисменты. Жесть. Правила все те же самые. Денис готов, Витя готов, и мы начали. Цент. Лад. Книга, тетрадь, журнал. Перелистывание, страница. Закладка. Писать тетрадь, учебник. Да, по-другому. Вот так.
А, это музыкальная вот это, нет? Альбом это был. Вот это да. Орех. Орех, отлично. Я думал, это закладка. Швед. Именины. О. Ботаник, ученик. Это было не то, вот читай слово. Это другое слово, давай. Кроссовки. Нога. Обувка. Ступа. Итак, вот он что-то показывает. Какую-то обувь. Подожди, сейчас я тебе скажу. Давай, вариант. Обувь, ботинки. Отлично, ботинок. Есть. Все-таки на последнем туре сделал. Красава. Аплодисменты. Какой счет, Денис, у нас сейчас? Несмотря ни на что, рокеры сокращают разрыв. Получается 43 у рокеров. И 54 у хип-хап. Ну мы в шоке. Начинайте заслуживать уважение. Ребятки, остался последний конкурс. Опа. Это блиц-шприц. Он будет таким же быстрым, как укол врача прививкой в детстве. Короче, я даю вам ровно 5 секунд, чтобы вы назвали мне 3 чего-то за эти 5 секунд. Итак, начинаем с рокеров. Еваркян, говори, смотри. 5 секунд даю, чтобы ты назвал мне 3 известные личности с именем Леонид. 5. Леонид Ильич Брежнев, 3, Леонид, 2, 1, Агутин, 2 есть, окей, 2 балла, Геворкян получает аплодисменты, отлично. Димон, 5 секунд на то, чтобы назвать мне 3 краснокнижных животных. 5, 4, 3, нет, 2, 1. Украинцы, страшно. Ману, барс, амурский тигр, там их много, ладно, Диме аплодисменты, окей, со старание. Калибри вообще мимо. Там их много. Вот калибри. Итак, Аркан. Давай. За 5 секунд 3 названия съедобных грибов. 5. Шампиньоны, 4, да, лисички, 3, маслята. 2. Вот так, отлично. Вот так. Плюс 5 баллов. А грибы все ел. Все ел, отлично. Мэджик, тебе. Специально для тебя подбирал. 5 секунд, чтобы назвать 3 персонажа сказок Дисней. 5. 4, Микки Маус, 3, Чип и Дейл, скажу, 2, Швагдак. Отлично! 5 баллов! Не только на любую музыку, слушай, смотри хороший фильм. Эмиль, за 5 секунд 3 геометрические фигуры на букву П. 5, параллелепипед, 4, 3, прямоугольник, 2, и, 1. Плоскостопие. 3 балла за ответ и еще 3 за юмор. Все отлично, мне нравится. Окей, хорошо. За 5 секунд нужно назвать 3 сказочных героя на букву М. 5, 4, 3, Малинка, 2, 1. Мальвина. А ну ладно, хорошо. 3 балла. 3 балла есть. Отлично, видите, молодец. Итак, ребят, наши все конкурсы подошли уже к концу. Нужно узнать счет, сколько набрали рокеров. 50. 50, отлично. 50, полтинничек. У ребят, которые топят за хип-хоп сегодня по итогу... 68! Кому набивали, кому? Ребят, именно вы проходите дальше, вы будете соревноваться с победителями других игр. Возможно, победите, в итоге получите суперприз. Эй! Несмотря на то, что победили ребятки хип-хоп, я вас награждаю. Идемте сюда ко мне, иду на сцену. Для вас специально подобрал интересные штуки. Вы же рокового направления, да? Это мы. Цепи – это то, что вам пригодится. Это все ваше. Этим можно обвеситься и все что угодно сделать. Привязать собаку, держать рядом друга и сказать, что ты металлист. Можно держать тебя за цепи. Все, ребятки, всем рок. Ребят, вам спасибо. Это была программа Well Done. Мы встретимся ровно через неделю. Всем вам пока. Да!